Этот томат был создан селекционерами в России. Принадлежит он к знаменитой и уже давно себя зарекомендовавшей сибирской селекции. Сорт адаптирован для суровых условий, может отлично расти как в теплице, так и на улице. По отзывам, если почва на вашем участке будет плодородной, то один компактный кустик может давать по 100 плодов. Кемеровец внесен в госреестр, имеет много положительных характеристик. Если вы ищете томаты, под которые не нужно будет делать опоры, заботиться о пасынковании и понимать, что такое формирование куста, то данный сорт именно то, что вам нужно. Кемеровец не доставит хлопот, выращивать его одно удовольствие. С более подробной характеристикой кустов и самих плодов вы познакомитесь далее. Также мы расскажем и о том, как вырастить помидоры с самого первоначального этапа и до получения урожая относятся к томатам с ранними сроками созревания. После посева семян на рассаду и до момента получения вашего первого урожая пройдет примерно 100-105 суток. Детерминантные растения. Штамбовые кусты, которые имеют компактные размеры, до полуметра высотой. За счет небольших кустов томатам кемеровец не нужно много места на участке. Кусты не сильно облиственные, цвет листьев насыщенный зеленый. Опоры не требуются, если только для поддержания веток во время обильного плодоношения. Пасынкование и формирование не нужно. Подходит для выращивания во всех регионах России и в странах СНГ. Легко переносят все погодные невзгоды. Большой плюс сорта кемеровицы в том, что его не поражает фитофтора, которая так часто уничтожает значительную часть урожая. Дачники хвалят сорт за его неприхотливость и высокое товарное качество урожая. Сорт дает хорошую урожайность и может выращиваться на продажу. Помидоры имеют универсальное столовое назначение. Из них делают заготовки на зиму, едят в свежих летних салатах и просто без всяких дополнений. Плоды могут транспортироваться на дальнее расстояние. Шкурка на томатах не трескается, они хорошо хранятся. Помидоры имеют форму, напоминающую сердце. По весу они компактные, по 60-100 грамм. Это дает возможность консервировать помидоры в банках целыми. Цвет томатов – малиновый. Урожайность одного растения больше 5 килограммов. С метра квадратного, где можно разместить до 8 кустов, можно получить до 20 килограммов и более плодов. Вот такой он томат-кемеровец. Как вы уже поняли, отзывы правдивы. Кстати, фото урожайности вы можете видеть в нашей статье. Такое большое количество плюсов, мы думаем, вызвало у вас интерес и о том, как же вырастет такой вот помидор, вам будет полезно прочесть. На самом деле есть такие сорта у разного вида культур, которые во всем имеют много преимуществ и выращивать их одно удовольствие. И к кемеровцу это относится на все 100%. Томат данный ранний, поэтому высаживать семена можно в первой и второй декаде марта. Так, чтобы к моменту высадки в открытый грунт в вашем регионе уже миновала угроза заморозков. Где-то это начало мая, где-то же июнь. Предпосевную обработку вы можете делать. Можете исключить данный этап. Но пометить семечки, например, в циркон мы бы вам рекомендовали, чтобы в будущем кусты имели еще больше иммунитета, лучше росли и развивались. Это быстро, и купить данный препарат можно везде по бюджетной цене. Далее, вы производите посевы в питательный грунт, который продается также везде. Если вы хотите делать свою почву, то возьмите землю с огорода, пролейте ее кипятком. Весите либо комплексный минеральный препарат, либо перегной, с песком и золой, либо торф. Посевы вы увлажняете и накрываете пленкой. Всходы появятся уже на 7-10 часов в день. Пленку снимаете, теперь вы просто поливаете рассаду, а когда будет 3 листика, проведите пикировку. В этот момент внесите минеральную подкормку. Теперь вашим саженцам нужен только свет, полив, рыхление, поворачивание к солнцу, чтобы стебли не искривлялись. Почву на участке начните готовить примерно за неделю. Вы можете перекопать землю с перегноем или торфом. Можете вносить ложку суперфосфата в лунки во время посадки. Также можно дополнительно пролить кипятком с марганцем землю, чтобы уничтожить патогенную среду и паразитов. Кусты высаживать можно довольно компактно,
7-8 на метре квадратном. Вообще, сложностей у вас никаких не будет. Вы сажаете саженцы в питательный грунт, проливаете их примерно по литру воды под корень. Опоры ставить не нужно. Все, что необходимо, это хороший полив по мере просыхания, рыхления. За сезон внесите 2-3 раза органический подкорм. Это увеличит урожайность, скорость созревания, повысит иммунитет. Вот вы и узнали про томат кемеровец, его описание сорта и методику выращивания. Данный помидор принесет вам массу положительных эмоций, хорошие плоды, не доставляя при этом хлопот. Кемеровец радует не только неприхотливостью, но и качеством урожая.